Первым все равно ставится шестерка, а не баблер, и это работает против Гули. Понял. Стрим снайпер, тогда извини. Тогда извини. Понял, да? Конечно. Ни один игрок в теории не может от Гули сыграть. Может, конечно, все могут сыграть от чего угодно на столе. Только на стриме их раскрывается, их секретный потенциал. Это, знаешь, блядь, супергеройский потенциал скрывается только тогда, кто-то стримит.